Артек все время славился своей огромной территорией. Причем для отдыхающих здесь детей эта территория была еще больше. Ведь самое интересное в лагере всегда было за забором. Как правило, все эти негласные традиции находили свое отражение в местном фольклоре. Вот, например, дети в Артеке затеяли спор, кто перепрыгнет высокий забор. Долго искали Алешу родители. Видимо, в споре он стал победителем. Нашу следующую исполнительницу не нужно долго искать. Она всегда сама с удовольствием приезжает на детскую новую волну. Встречайте Софию Ротару! Я поздравляю всех с открытием нового фестиваля в Артеке. Новая волна в Артеке! Ты отпустил меня, сказал, так надо, и проводил меня холодным взглядом. Ты отпустил меня, а сам страдаешь, и на закате дня теперь мечтаешь, что я вернусь к тебе. Ты дарил мне
поблагословила ожидание нашей встречи. Yeah.